Встреча проходила в форме диалога. Гости отвечали на все интересующие ребят вопросы. Какими качествами должен обладать спортсмен, чтобы стать олимпийским чемпионом? Что испытывали на Олимпийских играх? Не возникало ли когда-нибудь желание уйти из спорта? Я себя поймала на мысли, что я никогда не хотела бросить заниматься спортом. Мне было тяжело, у меня были травмы. Я иногда даже проигрывала, расстраивалась. Но я всегда знала, что завтра будет новый день, завтра все пройдет. Завтра я смогу исправить свои ошибки и обязательно будут победы. По словам олимпийской чемпионки, свой вид спорта она выбрала и полюбила еще в детстве. На первую Олимпиаду в 2004 году ехала с твердым настроем на победу. А когда выиграла золотую медаль, первое время не расставалась с ней даже во время сна. Рассказы о спортивной жизни олимпийских чемпионов из первых уст произвели на сменовцев яркое впечатление. Для нас это, безусловно, огромная честь встретиться с людьми, которые они добились огромных результатов, они достигли своей цели. Это для нас огромный пример. Мы будем стремиться к лучшему и стараемся улучшить себя. Мы просто не ожидали то, что мы встретимся с такими знаменитыми людьми. Это просто очень масса, много интересных впечатлений. Это очень интересно узнать, как они пошли по этой карьере, как они к этому стремились. Это очень интересно. Для нас это была большая честь. В заключение встречи каждый лагерь центра подарил известным спортсменам памятные сувениры. Также ребята смогли получить автографы и сфотографироваться с олимпийскими чемпионами.